Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом веб-ивенте, который внезапно объявили разработчики. И не забывайте участвовать в розыгрыше 50 наград у меня на канале. Ссылочка есть в описании. Ну и вступайте в нашу группу ВК. Всем приятного просмотра! Итак, сегодня утром разработчики объявили интересный веб-ивент с участием Я и Мико, за который вы сможете получить примагемы, выполняя простые задания. Называется он «Прогулка Кицуне по Ханамидзаке». Событие будет проходить с 11 по 15 февраля, то есть буквально несколько дней, поэтому не забудьте его выполнить. Необходимый ранг приключений – 10 и выше. Единственное, что вам нужно здесь делать, это выбирать что-то одно из двух предложенных вариантов. Это могут быть какие-то предметы или диалоги. Всего за события можно собрать 4 награды, две последние из которых всеми любимые камни истока. Это можно сделать всего за один день и забыть о веб-ивенте со спокойной душой. Награды, соответственно, придут вам на игровую почту сразу после выполнения ивента. Всего можно получить 40 камней истока, мору и руду. Ссылочку на события вы сможете найти в описании к видео. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!